Доброе утро! Сегодня на завтрак мы приготовим простые, вкусные, а главное полезные трубочки с рыбой и авокадо. Для этого нам понадобится один лист круглого бездрожжевого лаваша, слабосоленая семга, творожный сыр, один авокадо, красный лук и пучок петрушки. Первым делом берем круглый лаваш и разрезаем его на 4 части. Аккуратно скручиваем трубочки, закрепляем их зубочисткой, выкладываем в форму для запекания и отправляем в разогретый до 180 градусов духовой шкаф на 10 минут для того, чтобы они подсушились и сохранили форму. Тем временем приготовим начинку. Слабосоленую семгу нарезаем кубиками. Кроме того, что рыба – это легкоусвояемый белок, также в ней содержатся омега-3 жирные кислоты, которые так необходимы нашему организму для поддержания здоровья и иммунитета. Авокадо нарезаем кубиками, красный лук измельчаем и мелко нарезаем петрушку. В глубокой емкости смешиваем семгу, красный лук, петрушку, авокадо, посыпаем гималайской солью, добавляем оливковое масло и хорошенько все перемешиваем. Берем творожный сыр и хорошо промазываем трубочки. При помощи чайной ложки аккуратно наполняем трубочки начинкой до самого верха. Готовые трубочки выкладываем на лист салата. Наш супер полезный завтрак готов! Полезный завтрак – залог успешного дня. Приятного аппетита!